Выбил руку, пиздец. А так висит. А, блядь. Второй раз уже за несколько лет. Пиздец, больно, ужасно. Привет, ребятки, подписчики. Смотрите, какая красота. Такой небольшой рассказ. У меня получается. Короче, выбил я руку себе левую, нагрузку немножко дал, у меня это уже было, выбил руку, вылетела рука, ну, из плечевого сустава, значит, плечевой сустав, получается, короче, в общем, из плечевой сумки вылетела рука, боль, конечно, просто пиздец, по-другому не скажешь. Но могу сказать, что вызвал я скорую быстро. Они очень быстро приехали. Какая скорая, это, конечно, нет слов. Там нет амортизации, ну, вот эти же газельки. И на каждой, так сказать, кочке там просто можно было родить. Ха. Реально, родить можно было. Довезли до 5-й горбольницы. Уже у меня 5 лет назад был такой случай, тут уже вылетала рука во время там драки. И получается... Тот раз меня содрали бабки, ну, коррупция рулит. Правда, был местный наркоз. Этот раз никто с меня денег как бы вначале не просил. За рентген ничего. Начали потом уже предлагать пожертвовать деньги им на расходники. Ну, короче, они были мило посланы далеко. Никто им ничего не платил. Ну, то есть, я там, увидите, ролик добавлю, какой там ужас бывает творится, там у них ремонт, там, в общем, трешовенько так, ну, людям помогают, слава богу. В общем, самое неприятное было то, что они мне ввели наркоз в вену, я даже не ожидал, как бы, я, да, не предупредили, я человек не пьющий, не курящий, и они мне ввели вот эту наркоту, я там сразу улетел, так, скажем, страшненько было, вырубился, вообще ничего не помню, потом, ну, как бы для меня это прошло там пару секунд. А там с матушкой я ехал, говорит, что они там пытались меня раздуплять, потому что я не просыпался. Вот. И получается, ну так, как будто там выпил водки, пиво, всякой дряни. Ну, нормально, живой. Вот это вот мне не понравилось, вообще, ну как бы так, наркотики они вводили. Мне это очень понравилось, потому что первый раз, когда 5 лет назад было, это был местный наркоз, обкололи плечо и все нормально. Вот. А этот раз они как-то решили, не знаю. Они это объясняют тем, что это, мол, не первый раз. Ну, а так нормально. Единственное, что тормозят немножко мои эти антенны и прочее. А так все зашибись.